Еще в глубокой древности знали люди эти кипящие боровические пороги. По реке Мсте через Новгород Великий проходил знаменитый путь из Варяг в Греки. В 20 веке судоходство здесь прекратилось, и пороги представляют сейчас интерес только для спортсменов и туристов. Каждой весной приезжают они сюда, чтобы по высокой Мстинской войде пройти на байдарках или плотах по самым опасным местам. Приезжают из Москвы, Калинина, Ленинграда, Прибалтики. Единоборство со стихией. Мужество и сноровка требуются тут, пожалуй, немалые. Искупаться ничего, главное вынырнуть. Боровические пороги – хорошая школа для тех, кто приобщается к водному спорту.